уже по старой доброй традиции, на каждой стальной грани мы презентуем новые модели луков. Или же обновленную линейку, или принципиально новые руки, которые до этого мы не делали. В этот раз у нас будет целый, скажем так, букет новых луков. И начну я с лука, который мы презентовали совсем недавно, и который за этот короткий срок получил очень большую популярность. Вот. Совсем недавно мы презентовали вот такой лук Сатурн. В данном случае это вот я держу такую модель в исполнении Deluxe. Прекрасный лук, у меня у самого такой есть. Я уже участвовал с ним на турнирах и успешно. Но совсем недавно наши мастера изготовили усовершенствованную модель такого лука. Вот такой лук в базовом исполнении. Сатурн, условно название Сатурн Макс. Этот лук визуально практически не отличается от своего предшественника. Дело в том, что наши мастера сделали два нововведения в модель. Во-первых, они сделали лук на 2 дюйма длиннее. То есть визуально это почти незаметно. Но это дает очень большой выигрыш в комфорте выстрела. Для рослых стрелков особенно. То есть лук мягче тянется, но при этом он сохраняет все свои динамические свойства. Более того, была внесена изменение в форму плеч. Плечи стали более агрессивные, что дало небольшой прирост скорости. То есть лук сохраняет комфортный выстрел, очень точный и при этом очень мягко тянется. Уже луки такие прошли испытания, получили от наших коллег самые высокие оценки, и уже эти луки пошли в серию, их можно приобретать. Так что, как я всегда говорю в наших видеообзорах, хорошая вещь, рекомендую. Дальше. Примерно, как говорится, две стальные грани назад мы презентовали лук Fox. Модель получилась еще более популярная, чем даже Сатурн. Разбирает их буквально как горячие пирожки. Лук действительно очень легкий, очень динамичный. И сейчас мы представляем обновленную модель Fox. В данном случае она показана в таком цвете, то есть показывает, что мы делаем луки в любых цветовых решениях на заказ. Но здесь есть, кроме цветового решения, еще одна деталь. Усиленная рукоять. То есть центральная рукоять сделана с накладками, которые дают и усиление рукояти, и добавляют внешнего эстетического вида. Так что такие луки тоже мы предлагаем к вашему вниманию, и в ближайшее время они будут производиться серийно. Хорошая вещь, рекомендую.